Дорогие друзья, я Максим Шугалей. И сегодня пока у меня нет возможности для больших медиа-акций. Но с помощью своего друга и коллеги Александра Малькевича я записал это обращение. Я хочу поблагодарить всех, кто эти полтора года сражался за нас и сделал возможным наше возвращение домой. Прежде всего хочу сказать, что наше освобождение стало возможным в результате сложнейшей и настоящей спецоперации Министерства обороны и Министерства иностранных дел России. Особая благодарность заместителю министра иностранных дел России Михаилу Леонидовичу Богданову. О многом прямо сейчас говорить нельзя. Скажу одно. Правительство в Ливии вынуждено было пойти на этот непростой для них шаг. И еще, сегодня хочу поблагодарить всех тех, кто вспоминал обо мне, писал про меня в социальных сетях, поддерживал на спортивной арене. Авторов и создателей двух фильмов «Шугалей» и «Шугалей 2». Жителей Коми, которые голосовали за меня на выборах. Тех, кто стоял зимой в пикетах у посольства Ливии. Конечно же, журналистов, которые эти полтора года не забывали про нас и своих коллег. И, разумеется, наших родных и близких. Спасибо вам. Иначе бы мы просто не выжили.